Всем привет, меня зовут Вика, и это мое первое видео в 2017 году. Я надеюсь, что со светом все нормально. Я всех хочу вас поздравить с Новым годом, пожелать счастья, здоровья, успехов, исполнения желаний, и чтобы эти желания и цели у вас были, ведь это то, что способствует нашему развитию, и это очень-очень круто. И поскольку Новый год – это время новых свершений, целей, вдохновения, всего самого нового и крутого, то обязательно напиши внизу в комментариях, какое видео ты ждешь от меня следующим. Обязательно напиши, ведь это для меня очень-очень важно. А в этом видео я покажу тебе, что мне подарили на Новый год, так что обязательно подпишись на мой канал, ведь в 2017 году будет очень много крутых видео, конкурсов, всего очень-очень крутого. Обязательно поставь палец вверх, ведь тебе не сложно, а мне приятно. Задавай свои вопросы внизу в комментариях под этим видео. И погнали! Это видео я снимаю не одна, замечательная Лиза, она тоже сняла видео про подарки на Новый год, так что после просмотра моего видео переходи на ее канал и смотри ее видео. Заранее хочу сказать всем огромное спасибо за подарки. Я понимаю, что подарки далеко не самое главное, главное внимание, но заранее хочу всех поблагодарить, чтобы после каждого подарка не говорить спасибо, спасибо, спасибо. Итак, первое, что мне попадается под руку, это вот такой крем от Nivea. Крем, как я поняла, на все тело, и на лицо, и на руки можно. Так что да, это очень хороший подарок, просто must have. Следующий подарок от моей подруги вы можете видеть на мне. Это вот такой вот красивый кулончик в виде ключика. Он нереально крутой, и я поняла, что я буду носить каждый день. И это очень приятно и классно. Следующий подарок от моей другой подруги, это вот такие вот новогодние носочки. Боже мой, я обожаю носочки, а новогодние носочки, это просто one love. Это офигенно. Да, следующий подарок, который мне подарили мои родители, это вот это чудо. Господи, у меня появился единорог. Это так круто, я о нем очень долго мечтала, очень его хотела. Посмотрите, какой миленький. Боже мой, это милашка. Теперь будет сопровождать меня во всех моих видео. Возможно, вот это чудо станет символом моего канала. Да. И да, ребят, у меня для вас есть опрос. Хотели бы ли вы, чтобы я сделала официальную свою группу, где я буду публиковать шаблоны, писать разные опросы и много всего интересного? Напишите обязательно в комментариях, хотите ли вы этого. И да, продолжаем. И следующее, что мне подарили, это вот такой вот ежедневник. По-моему, смотрится очень круто. И на самом деле я сторонница ежедневников, потому что когда ты планируешь свой день, у тебя появляется очень много свободного времени, которое ты можешь распределить еще на что-то, и это очень-очень круто. Далее я решила сделать сама себе подарок, если так можно сказать. И заказала вот такие вот две балерины. Я занимаюсь танцами, как бы для меня это немножко символично. И я не смогла выбрать, с каким камешком я хочу, поэтому взяла с двумя, с беленьким и с таким персиковым. Они смотрятся очень красиво, мне они очень-очень нравятся, серьезно. Это были не последние кулончики на сегодня. Родители мне также подарили еще много кулончиков. Сейчас они будут где-то вот здесь ближе показаны. Один здесь банка соли, пентаграмма и крыло. Это для фанатов сверхъестественного. Это офигенно, смотрится очень круто, мне очень нравится эта штука. Дальше это в одной баночке... Боже мой, как ты называешься, одуванчик, я не знаю, как называется, семя одуванчика, в общем, вы поняли. А во второй цветочек в баночке, это смотрится очень красиво и стильно, и я даже не ожидала, что придется с таким хорошим качеством, чтобы это будет так круто. Потом родители мне подарили на Новый год вот эту вот красоту, это серебряное кольцо в виде короны. Для меня оно немножко так символично, не потому что я себя считаю богиней, королевой. Не, ну если я так считаю, но не считаю, в общем. Это смотрится очень красиво, я давно себе хотела такое колечко, но как только я захотела снять поближе колечко, у меня стерся лак на ногте. Что? Также мне родители подарили наушники, которые ко мне еще не пришли. И из подарков, которых у меня нет на руках, мне заказали туфли для аргентинского танго. Они шьются вручную на пошив, поэтому пока что на руках у меня еще их нет. Также мне моя лучшая подруга подарила вот такой вот дизайнерский пенал. Он очень классный, и мне он безумно нравится. Очень красивый, простой, и в то же время очень-очень крутой. Ну что ж, на этом было все. На самом деле подарков было не очень много, но все они очень классные. И вообще главное внимание. Так что я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши внизу в комментариях, какое видео ты ждешь меня следующим, или же по поводу официальной группы, или же какой-нибудь вопросик, в общем, ты знаешь. Люблю вас всех, сияйте, увидимся в следующем видео, пока!